Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Okej, okay, hej, witam się z wami serdecznie z tej strony Ankesa, to jest oczywiście Metro Last Light. I kontynuujemy to, co było wcześniej. W iście za cieniem. Ej, ja myślałem, że tu już do metra wszedłem, a to dalej na powierzchni. Okej. Okay. Кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Хм. Там люди. Боятся, что на них нападут, но не злые. Dobra. Zaraz będę musiał chyba znowu podnieść gamę. Kto taki? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з Порісу. То ти на кільце зібрався? То не поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. А, окей. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо далі. Chcecie pohandlować jakoś tak? Tędy nie? Ciu, ledwie nie zabudł. Mielnika jak pobaczysz, i Tanie przekazuj od Stepana. Więc znaje. No dobra, okej. A, tu. Okej. No właściwie tu wszystko mamy. Słuchaj, Kaco, wybieraj, co chcesz. Bez patron, wyższy sok, sam by strzelał. Pełno. Dostosuj. Do jakichś nowych to nie bardzo. Nie. Пока мы еще тут, обращайся, если что. Подходи, не стесняйся. Впереди люди ждут нас, хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Упс. Запомнил, что мям латайку вончону. Okej. Kurka. Ładnie chadziki poszły. Co, hełmik mu zdjąłem? Kurka, halo. Też hełm mu zdjąłem tylko. Haha.
Dobra, muszę znowu ten podnieść gamę. Gdzieś może tutaj. Powinno być ok. A tam jeszcze jest. No co, żyjesz? Jakim cudem? I ok. Czysto. Macie filtry. Które chęcią przejmę od was. Zamurowane, to nic nie ma. Я видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю для чего. Принесу еще. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Пройди по маршруту. Может, еще караван нагонит. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Куда, гдыбы мне тёнгли их показывал. А, там тенды можно. No właśnie o to mi chodziło. Tak, mużyki, spokojnie. Nie spiesza, poszli. No co? No, chodź tu. Dobra. Potieri! Kurde, dostałem. Ostro. O, to chyba wszyscy, jak już muzyka przestała grać. To... O, mogę wymienić. Okej. No to to byłoby na tyle. Miało być po cichu, ale... Ale... Nie wyszło. Co on tu się schował?
Чё там встал, как шиш на блюде? А ну скрылся, бестово! Есть! Что есть? Мне что, вообще за ручку везде водить? Ну-ка повтори полученный приказ. Приказ захватить. Могу себе тенды? Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких «ну» и никаких больше косяков. А то тремя нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть три наряда в очереди. Гдзеś tam się przenieść. Что-то мне не по себе как-то. Не простого же шпиона ищем. Поаккуратнее надо. А что такое-то? Ну, рейнджер. Ну и мы не пальцем деланы. Не простой это рейнджер. Слышал же, что наша группа поезд ганзейский захватила? Так вот, он один всю эту группу перебил. Да ну брехня, какой один? Если всю, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталась. Видно, времени у него добить не было. Такое рассказывают. Зверь, а не человек. Настоящий человек. Тогда да, надо поосторожнее. Разговорщики, смотрите там внимательнее. Есть внимательнее. Курка. Chciałem się przyjrzeć, a nie strzelać z shotguna. No, bierz naboje. Muszę bardziej uważać, jaką broń wybieram. No ale kurka. Nie wiem, no, myślałem, że wybiorę tą. Snajper, powiedzmy, pistolet, ale... Ale jednak nie. Się nie udało. I kurka, dziwne, że na tej... Nie wiem... Czy no kto widzę? Kurde, nie mogliśmy znaleźć. Здесь тоже они. Черно-красные. Боятся тебя. И все равно хотят убить. No ich jest kurka na pęczki. Nie ma tu też jakiegoś podziemnego? Сквозняк тоже.
Так и просты бедолга. Ну точно, кто-то тут шевелится. Все же видно, послышалось. No, oczywiście, że ja tędy nie przejdę. Воу-воу-воу-воу. Teraz. Ej, dlaczego mam tą amunicję? Rany, on mi zmienia sam z siebie na amunicję tą wojskową. Tylko jeden został. Ale ja bym potrzebował odzyskać moje noże, halo. On tutaj był. Któryś z nich tu był. Trudno. Tędy? Chyba nie. O, siemasz. Masz noże do kupienia? Ty go znasz. I on ciebie. Okej.
Jaki wyraz twarzy. I co? Aha. Здорово, лесничок. Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Он не был przypadkiem ten? Z nami właśnie w pierwszej części? Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил Рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь! Ты... Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Дабы. Да, он был очень вредный, опасный. Начинаю понимать, зачем вы убиваете. Okej. To wychodzimy znowu na powierzchnię, więc chyba nie. Tu chyba będą jeszcze ludzie z powrotem. I nas żadne te stwory nas nie będą atakować, więc tak mi się tu wydaje. Że akurat tam musimy iść. A. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Mm-hmm. Dobra, myślę, że to byłoby, mogłoby dzisiaj na tyle. Także dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, pa, pa.